Здравствуйте! Доброе утро! В студии Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедзянова. На календаре 29 августа, и считанные дни остались до конца этого замечательного теплого лета, которое подарила нам природа в этом году. Действительно, но не надо расстраиваться, нам предстоят потрясающие праздники, множество интересных событий. А вот что интересного ждет вас, в нашей программе узнаем прямо сейчас. Приятного аппетита! Готовим быстро и со вкусом! Форма – несложные упражнения для тонуса тела. В стиле – простые советы для красоты. Недавно в поселке Крутушка прошел одноименный этнический фестиваль. Форум этот настолько полюбился народу, что год от года он становился все многочисленнее и интереснее. В этом году на фестивале побывали этноколлективы из Австралии, Германии, Турции, Белоруссии и многих других стран. Побывала на фестивале наш корреспондент Эльвира Шаймарданова. И сейчас она все покажет и расскажет. Фестиваль «Крутушка» – одно из самых ожидаемых событий. Вот уже 10 лет на исходе лет он приковывает внимание ценителей качественной этнической музыки и живого фольклорного наследия со всей России. «Крутушка» – это современная этническая музыка, аутентичный фольклор разных народов, ярмарка ремесленников и уникальные мастер-классы. Звезды российской и мировой музыки из Москвы, Белоруссии, Турции, Венгрии, Германии и Индии представили направление World Music. Это сочетание современных выразительных средств и этнического колорита. Мы уже 10-й год сюда ездим, ни разу не пропустили. Вот. Крутушка для нас уже таким является неким символом там, завершения лета, не знаю, как по-другому назвать. Но это, для нас это главный фестиваль. Вот. Нашего пензенского ансамбля. В этом году еще привезли другой коллектив пензенский. Вот. Так что десант у нас пензенский в этом году такой хороший. Так что «Крутушка» – дом родной. Лично для меня, для нас всех музыкантов. En popüler müzik türü tabii ki değil. Pop müziği yine bütün dünyada olduğu gibi. В Турции есть множество направлений в музыке, и это, естественно, не самое популярное направление. Как и во всем мире, самое популярное направление в Турции – это поп-музыка. Но, кроме того, в Турции также есть огромное количество людей, которые слушают нашу музыку. Гостями фестиваля в этом году стали участники ансамбля «Трио Анатолия» из Турции. Проект создан турецким композитором, аранжировщиком и мастером игры на сазе Синаном Айлдезом. В репертуаре коллектива – синтез музыки Анатолии, Ближнего Востока, Балкан. Интересуемся шведской культурой, играем шведскую народную музыку. Фестивали посещаем, так как здесь можно общаться с музыкантами, получать большое удовольствие, черпать информацию, находить новые вдохновления и воплощать их в реальную, в музыку. Я имею в виду, что этнические фестивали действительно набирают обороты у нас в стране, и каких только нет. А самое главное, посетив такой фестиваль, можно для себя многое открыть. Я вот, например, бывая на подобных фестивалях, всегда обращаю внимание на эти музыкальные инструменты, потому что ты смотришь издалека, думаешь, жук, подходишь, а это какой-то инструмент. Ну вот, глядя на тебя, я понимаю, что тебе музыкальный инструмент не обязательно. Ты так, тин-тин-тин, как ты там стоишь? Это все зависит от фантазии. На самом деле, вот девушка сейчас играла на такой штуке, издалека выглядит как шифровальная машина.
А на самом деле играет довольно... Какие у тебя интересные ассоциации. Нет, ну, конечно. Вообще, это лето вообще, в принципе, было богатым на всевозможные события. Конечно же, чемпионат мира по футболу. Вот все прям встрепенулись. Ты сейчас по-больному бьешь, ты знаешь, да? Успокойся. Но, а вот этот фестиваль в Крутушке, конечно же, да. Смотри, сколько людей собралось. А музыка как разнообразная. Не знаю, погода прекрасная. Вот это самое главное. Жалко, самое главное, что для этих, фестивалей, чтобы была погода, потому что когда все это объединяет, и погода, и музыканты, и все это настолько здорово, ну жалко, заканчивается лето. Кстати говоря, мы не так сильно переживаем, как... Школьники? Как школьники. Ну да, я больше думаю, что еще родители школьников очень сильно переживают и вовсю готовятся к школе. И вот, возможно, следующий совет вам пригодятся. Смотрим. Лето перешагнуло в свою вторую половину. Хотя совсем недавно все мы радовались его приходу, а школьники прятали в дальние углы рюкзаки и тетради. Но вот уже совсем близок учебный год, и пришло время готовиться к школе. Ручки, стерки, на карандаши, тетрадки, учебники... Бумагу, сарафан. Список школьных принадлежностей включает в себя не только дневник, тетради и ручки с карандашами, но и все для творческого развития ребенка. Альбомы для рисования, пластилин, краски, цветную бумагу, картон, клей и ножницы. И вопрос транспортировки всего этого багажа будет актуален на протяжении всего учебного года. Самое главное, чтобы была ортопедическая спинка, было удобно, доступно место, чтобы ученик открыл портфель и не лазил там, а сразу все, что было видно. Боковые карманчики обязательно для бутылочек, для воды, допустим. Здесь карманы для тетрадей, для пенала, чтобы подставочка была, ортопедическая спинка жесткая. Стоимость рюкзаков варьируется от 500 до 4000 рублей, а набор канцтоваров может обойтись примерно в 1000 рублей. Но, безусловно, самым главным пунктом в списке покупок является школьная форма. Прежде всего, комфорт. В школьной форме дети ходят в учебный год больше всего. Поэтому, чтобы было удобно, красиво и нравилось дочери, конечно же. Наверное, это основные параметры. А все остальное уже при выборе. Ну и качество тканей, которые представлены сейчас в большом количестве. Выбор одежды для школьников позволяет создать идеальный образ, не забывая об индивидуальности ребенка. Школьная форма для девочки обойдется минимум в 2200 рублей, а для мальчика от 2500. Стоимость детской обуви варьируется от 700 до 5000 рублей. При выборе школьной формы родители обязательно должны обращать внимание на качество ткани. Это должны быть натуральные ткани, дышащие, чтобы деткам было свободно, комфортно. Я готова в школе на все 100! Мониторинг казанских магазинов показал, что они тоже готовы к новому учебному году и радуют родителей и школьников ассортиментом на любой вкус и кошелек. Ох, завидую я нынешним школьникам. Такое разнообразие портфелей, тетрадок, там, я не знаю, пеналов. У нас такого не было никогда. Но это всегда так. Каждое следующее поколение должно говорить, ой, у нас вот этого не было, у них есть. Так что нормально. Я на самом деле тоже завидую, потому что это такой период. Я вот, например, вспоминаю свои школьные годы, у меня все связано, знаешь, с записками. Да? Ты об этом расскажешь после рекламы, я думаю. Я хочу просто сказать, что когда я писал записки... Что было? Они были от родителей. Все понятно. Реклама на ТНВ, мы скоро вернемся. Здравствуйте, мы продолжаем. И сейчас узнаем, что сулят сегодня нам звезды. Овны, у нас для вас очень приятные новости. Возможно, получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретения перемен в личной жизни. При этом звезды рекомендуют вам избегать шумных компаний и застолья. Хороший гороскоп какой. Конечно. А вот тельцам сегодня надо проявить осторожность. Будьте внимательны на работе. Возможная ошибка в профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться и к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем, так что берегите себя. Мужчинам-близнецам сегодня рекомендуется больше внимания уделять семье, чтобы не допустить охлаждения отношений. Женщины-близнецы также обретут радость в общении с детьми и близкими родственниками. Прекрасно. Раки. Благоприятный день для любви и романтических встреч.
Темпераментность и эмоциональность приведут к перспективным изменениям в отношениях с давним партнером. Лев, сегодня очень хорошо заводить новые знакомства. Вы можете блеснуть, показать себя в самом выгодном свете или создать базу для будущего финансового взлета. Все покупки, которые вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными. Львы всем в магазин. Спасибо большое за хороший совет, львам. Девы, очень внимательно отнеситесь к выполнению своих служебных обязанностей. Любовное свидание может принести разочарование, так что отложите его на другой день. Откровенные, искренние разговоры с родственниками и коллегами помогут решить многие проблемы. Отвлечемся пока от гороскопа и уделим внимание кулинарии. Фокаччо – традиционная итальянская лепешка, которая считается прародительницей пиццы. Существует множество вариантов этого блюда, в том числе и сладкие. А мы сегодня научимся готовить фокаччо с помидорами. Для приготовления итальянской лепешки фокаччо с томатами и базиликом необходимо приготовить дрожжевое тесто. В большую миску налейте полстакана теплой воды и разведите в ней 1,5 чайных ложки сухих дрожжей. Добавьте 3 чайные ложки меда и хорошо перемешайте. Оставьте на 10 минут. Для теста понадобится 0,5 стакана белой муки, 3 четверти цельнозерновой муки и 0,5 чайной ложки соли. Тесто вымешивается не менее 5 минут. Готовое тесто положите в миску, смазанную маслом, накройте полотенцем и отложите на 2 часа, чтобы оно отдохнуло и поднялось. В это время помидоры черри разрежьте на половинки. Листики базилика отделите от веточек и мелко порежьте. Отдохнувшее тесто нужно хорошо обмять. Выложить лепешкой на дно формы для запекания или противень. Наметить отверстие под томатные половинки. Тесто обильно обсыпать базиликом. В углубление выложить томаты, поперчить, посолить и отправить в духовку для запекания. Фокаччо выпекается 20-25 минут при температуре 180 градусов. К столу подается в горячем виде. Приятного аппетита! Ну что это происходит? Каждое утро такие блюда мы наблюдаем, что просто, я не знаю, слюнки текут, аппетит повышается. А мы продолжаем нашу программу. Человек хочет есть, потому что реально это было очень-очень вкусно. Мы вам предлагаем также немедленно приготовить. У вас есть возможность это сделать, поэтому надо и воспользоваться. А мы продолжим. И сейчас невозможно представить человеческое жилище без окон. А ведь в человеческой истории они появились не так давно. И поначалу представляли собой небольшие пустые отверстия в стенах домов. Первые стеклянные окна появились лишь во времена Римской империи. Позволить себе такое могли лишь очень богатые граждане. До массового остекления домов оставалось еще почти 2000 лет. Вот это да! Лишь в 18 веке во Франции изобрели способ производства прозрачного плоского стекла больших размеров. Это открытие сделало стеклянные окна всеобщим достоянием. А вот что думают о предназначении окон наши юные мыслители. Расскажем, зачем нужны окна. Окно нужно, чтобы дышать в комнате. То, что через окно пролетает воздух. Окно бывает квадратное и прямоугольное. А если ты летишь на самолете, окно круглое. А вообще нет окон в биологии у медведя, в норе у клота и в гнезде у птицы. Окно похоже на большой телевизор. К нему подойдешь и смотришь. И там люди ходят туда-сюда, туда-сюда. И поэтому оно сделано не из дерева, а из стекла, чтобы было все видно. А если окно не закрывать, то туда какой-нибудь вор попадет и все вещи у меня украдет. В туалете и в ванной нет окон, как будто это секретное место. Окна нужны, чтобы было светло в комнате, потому что окна пропускают свет,
А занавески свет закрывают, потому что они света не пропускают, если они свет не пропускаемые. А еще окно нужно, чтобы прохлаждать комнату. И чтобы в комнате не было жарко. А если не прохлаждать комнату, то там, то в комнате будет жарко, как в бане. Окно придумали, чтобы не упасть. Поэтому есть стекла и даже решетки. Еще окно придумали, чтобы в него смотреть, когда скучно. Там потому что видна улица и люди. А если дома играть в футбол, то тогда окно может разбиться и будет большой скандал. Окна нужны, чтобы узнать, что случается на улице. Дождь или снег, или брать с собой зонтик, или не брать его. А если бы я была феей, и у меня были крылышки, тогда бы я могла была летать, тогда окно это было моей дверью. Я через него залетала и улетала. Но у нас крыльев нету, поэтому нельзя высовываться окно, а то раз и бух. Все. Точно. Осторожно, крыльев нет, можно сделать бух. С окна, конечно. Но пока вот лето, окна все-таки распахнуты, да, мы вдыхаем этот свежий летний воздух. И нам сейчас действительно хорошо, ведь, как говорилось, что раньше окна себе могли позволить только очень богатые люди, только за очень большие деньги. Ну хорошо, мы как раз перейдем на очень важную тему. Да, действительно, деньги – одно из величайших изобретений человечества, которое значительно упростило процесс обмена товарами и услугами. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни, однако это вовсе не значит, что все мы умеем с ними обращаться. Да, не зря говорят, что деньги утекают, как вода сквозь пальцы. А вот как сделать так, чтобы эти финансовые потоки, наоборот, текли к вам, сейчас расскажет Владимир Золотцев. Привет, дочь. Я вижу, ты первую зарплату получила. Привет. Да, вот получила. Так, ну-ка. Ну, нормально. Как тратить будешь? Пока не знаю. Да? Ну, смотри, важно, чтобы какая-то сумма у тебя все равно оставалась. Угу. И тогда у тебя всегда будут деньги. Вот. Сейчас я покажу, как можно тратить семейный или личный бюджет так, чтобы оставались какие-то деньги. Первый конверт – текущие расходы. Это питание, проезд, какие-то мелкие расходы, которые тебе вот, ну, необходимы всегда. Вот. Сюда 50-60%. Второй конверт – сумма на развлечения. От 10 до 25%, кому как хочется. Третий конверт – на обязательные платежи. Страховка, налоги, коммунальные расходы, телефон. Скоро ты хочешь отдельно жить, да? Надо будет платить за квартиру. Вот четвертый конверт – сбережения и инвестиции. Главный принцип метода четырех конвертов – ни в коем случае не тратить деньги из них на другие цели. То есть, если это у тебя развлечение, вот это у тебя сумма. Если у тебя, например, 15 числа эти деньги закончились, все, ты больше не развлекаешься. В наше время гораздо удобнее вести личный или семейный бюджет в компьютере или мобильном телефоне. Благо, программ много. Важно ежедневно заносить в нее все ваши доходы и расходы, даже самые незначительные. Второе. Главное в планировании бюджета – это цели. То есть понимать, на что ты хочешь тратить деньги, что для тебя важно. Если у тебя есть конкретная какая-то цель, допустим, машину купить, ну, пусть там 300 тысяч поддержим на машину, то ты складываешь эти деньги в конвертик сбережения. И тратишь тогда, когда ты их уже получишь. Можно, в принципе, откладывать эти деньги во вклад в банке. По крайней мере, еще какие-то небольшие проценты будут. В конце месяца проанализируйте отчет о доходах и расходах. Может быть, вы потратили больше, чем хотели. Когда это войдет в привычку, вы будете четко понимать, куда уходят деньги. И исключите самые ненужные траты. А через год удивитесь, что у вас есть средства на большие покупки. И вопрос, где взять деньги, больше вас не побеспокоит. Продолжаем тему финансов. Кто в семье должен отвечать за распределение бюджета? Мы поговорим с психологом Гульшат Хабриевой. Доброе утро. Доброе утро, дорогие телезрители ТНВ. Здравствуйте. Гульшат, как в семье должен распределяться бюджет? Существуют ли какие-то готовые модели? Да, конечно, готовые модели существуют, безусловно. Не люблю слово «траты», сейчас услышала в сюжете, там, «потратили». Люблю слово «вложили». А, правильно? Да. Это совершенно принципиальная выгодное вложение. Да, выгодное вложение. А
Модели готовые, безусловно, есть. И, конечно, главным определяющим фактором, вот как считаю я, да, здесь должно быть, если в семье устраивает все обоих, то значит это хорошо. Угу. Если кого-то что-то не устраивает, тогда ищите, обсуждайте, думайте, психологи, финансисты вам в помощь. Потому что не бывает так, правильно или неправильно. Если вы вдвоем считаете, что правильно, неважно, что считают другие, родители, да, и так, конечно, далее. Если вас обоих это устраивает, значит все замечательно. А вот с какого возраста детей нужно посвящать вопросы распределения семейного бюджета? Или все же право голоса имеют только те, кто этот бюджет создает, формирует, да? Вы знаете, когда-то я для себя сделала такое важное открытие, что бюджет семейный формируют не только те, кто зарабатывают деньги и приносит их в семью, а дети тоже в том числе. Согласитесь, если ребенок здоров, если он ходит в садик, если он ходит в школу, значит, мама и папа имеют возможность полноценно работать и зарабатывать. Да. Если он болеет, и вы сидите с ним дома, значит, и вы не имеете возможности. Поэтому я всегда своим детям говорю, мы зарабатываем все вчетвером. Не мы с папой вдвоем, а все вчетвером. И от того, насколько вы будете себя хорошо чувствовать, хорошо будете учиться, не будете трепать там нервы, от этого зависит наш семейный достаток. Поэтому семейный бюджет формируют все. И, конечно же, право голоса дети обязательно имеют. Где-то примерно с 3 лет мы стали их посвящать в то, как распределяются деньги. Ну, потому что как дети должны научиться? Угу. Вот я сейчас просто работаю с семейными парами, и часто возникает вопрос у жен. Почему мой муж не умеет зарабатывать? Почему он не обеспечивает семью, почему его мама не научила, да? Мы начинаем учить там в 15 лет и думаем, это нормально. Нужно с маленького возраста уже учить детей, чтобы в 15 это было для них уже нормой, чтобы они уже как рыба в воде ориентировались во всех финансовых вопросах. Слава богу, сейчас и финансовых курсов очень много для детей именно. И родители, конечно, могут поделиться какими-то полезными лайфхаками для детей. Да. Именно важно все объяснять. Еще важно ребенку, мне кажется, еще объяснить, что деньги не падают с неба, как говорят, что они зарабатываются и не всегда легким трудом. Да, вот именно об этом я и говорю, что детям важно все объяснять. Пошли вы с ней в магазин, вы объясняете, как вы распределили финансы. Хочу! Кстати, вот такого не будет. Если у вас будет понятие, что семейный бюджет формируют все, такого больше не будет. Ребенок не будет кататься по полу в магазине, купи-купи, он будет понимать цену деньгам. И детям тоже очень важно зарабатывать. Как они могут заработать денежку? Часто мне задают вопрос, да? Давайте подумаем, как мы, взрослые, в жизни зарабатываем деньги? Идем и выполняем какие-то свои функции, за которые нам говорят, ой, вы хорошо работаете, вот вам зарплата. Да, мы конкретно что-то умеем, мы имеем какие-то навыки, за которые нам платят деньги. Так ведь? Примерно, да. Дети точно так же могут что-то уметь, что-то делать, за что они могут зарабатывать деньги. Определенные какие-то суммы, важно об этом договориться. То есть помоешь посуду, я тебе 5 рублей дам, это вот, нормально? Вот, кстати, здесь принципиальный семейные вопрос. Семейные обязанности это уже. Да, это принципиальный вопрос. Мы никогда не платим деньги за работу дома, потому что это помощь маме, это определенные правила жития, что ты хочешь жить в чистоте и так далее. Часто вот задают вопрос, стоит ли платить за то, что помыл посуду. Да, да, да. Нет, за то, что он любит маму и помогает и так далее. То есть деньги платятся за что-то, за конкретные навыки. Например, они научились танцевать танец. Они вот у меня танцевали танец 10 раз на 10 разных сценах. Они за каждый этот танец получили денежку определенную. И еще важный принцип, то что заработанные детьми деньги должны вкладываться в удовольствие и пользу для семьи. То есть в общий бюджет все же они тоже идут. Они для себя что-то покупают важное, не чупа-чупсы, не вот это, а именно вот велик, например, или школьную форму сейчас они себе купили на заработанные ими деньги. И в удовольствие семьи, потому что мужчина для чего, как правило, зарабатывает? Для того, чтобы сделать жизнь своей женщины прекраснее, своей семьи. То же самое. То же самое. Вы думаете, я этого не понимаю? То же самое мальчишки, если они заработали деньги, вот мы все вместе, например, идем на Камал кататься на катамаранах, и они оплачивают эту поездку. Опять же, чтобы сделать прекраснее жизнь мамы. Жизнь мамы и всей семьи в том числе, да. Да, действительно. А вот как правильно учить их распределять выданные деньги детей? Да, вот то есть, как правильно детям распоряжаться? Вот им выдавать на неделю сразу же всю сумму, мол, вот тебе денежки, дальше сам решаешь. Или же все-таки каждый день... Чуть-чуть. Перед тем, как сам решаешь, важно научить, как это делать, поделиться опытом. Не так, что давай садись, я тебя сейчас заставлю, да? А есть, сыночек, вот такой вариант, доченька, есть вот такой вариант, есть вот такой. Какой ты хочешь? То есть здесь важно совместить и то, чему вы учите, и
так, чтобы ребенок сам мог выбирать, чтобы у него было право выбора. Угу. Вот это очень важно. И можете и чередовать, можете и каждый день, можете и раз в неделю, а можете у него спросить, как тебе лучше. Давай посоветуемся, потому что для детей ведь есть вопросы, которые не обсуждаются, которые принципиально важны, а есть вопросы, которые обсуждаются. Действительно. В общем, самое главное уметь договариваться и ребенку дать понять, что он тоже важный член семьи, и от него многое зависит. Конечно. Ну что ж, спасибо вам большое за ваши ответы. Я думаю, что мы еще не раз с вами увидимся в нашей программе. Спасибо огромное. Спасибо. Мы продолжаем. Сейчас реклама на ТНВ, она будет недолго, и скоро мы к вам вернемся, и впереди много интересного. Здравствуйте. А сейчас пришло время поговорить о красоте. Губная помада ярких, насыщенных оттенков привлекает всеобщее внимание. Поэтому не каждая девушка решится ее нанести. Какие правила в макияже надо учитывать, если вы собираетесь сделать акцент на губы, узнаем из нашего следующего сюжета. Подиумные визажисты уже несколько сезонов ищут истину в вине. А модели не первый сезон регулярно выходят на подиум с винными губами. Спелые оттенки вишни, смородины, сливы украшают губы как голливудских знаменитостей, так и обычных девушек. В сегодняшнем ролике мы покажем вам вариант макияжа с губами цвета бургунди. Для начала наносим на все лицо праймер со светоотражающими частицами и растушевываем его бьюти-блендером. Сбрызгиваем лицо увлажняющим спреем. Тональный крем распределяем по лицу вбивающими движениями с помощью спонжа. Припудриваем лицо похлопывающими движениями. Чистой щеточкой вычесываем брови от излишка тональных средств. Оформляем брови карандашом. Далее растушевываем контуры и припудриваем. Заканчиваем оформление тенями. Переходим к глазам. Подводим нижнее веко пурпурным карандашом и растушевываем линию кистью, выводя ее в стрелку, которая будет немного заходить на верхнее веко. Припудриваем подведенные зоны тенями соответственного цвета. В данном случае мы используем бордовый оттенок. Покрываем подвижное веко нюдовыми тенями, а в уголок глаза добавляем немного светлых мерцающих теней. Складку века оформляем более темным коричневым оттенком, а под бровь – светлые тени. Это техника классического скульптурирования века. Чистой пушистой кистью смешиваем все цвета, чтобы добиться плавных переходов. Переходим к окрашиванию ресниц. Сначала завиваем их кёрлером и прокрашиваем в два слоя, стараясь максимальное внимание уделить корням. Если вы нечаянно испачкали тушью нарисованную под нижним веком стрелку, то ни в коем случае не пытайтесь вытереть огрех, а аккуратно растушуйте его кисточкой. Повторяем все то же самое со вторым глазом. Делаем сухое скульптурирование лица. Подробный урок смотрите у нас на канале. Темным пурпурным карандашом рисуем контур губ. Важно, чтобы карандаш был хорошо заточен. После того, как контур будет нарисован, закрашиваем карандашом все губы и растушевываем кистью. Мелкие огрехи убираем с помощью ватной палочки. Затем покрываем губы помадой и корректируем форму с помощью корректора и кисточки. Темных оттенков красного много, и как в случае с другими цветами, нужно выбирать свой. Ориентируйтесь на тон кожи. Правило, которое распространяется на всех, темная помада выглядит эффектнее и деликатнее, если в ней преобладают красные или розовые нюансы. Не бойтесь красно-фиолетовой, красно-синей и красно-черной помады. Финальный штрих – делаем легкий румянец.
Очень смелый макияж, но вечером, мне кажется, он бы смотрелся сногсшибательно. Смелый, ты имеешь в виду, нужно обладать определенной храбростью, чтобы так, или... Ну да, но днем, мне кажется, все же нужно более нежный макияж использовать. Можно же так накраситься и куда-то пойти, но если вдруг вы решили накраситься и остаться дома... Нам есть, что вам предложить. Че надо? Здрасте, я Марусь Петрова, племянница ваша, приехала. Зачем? Как зачем? В гости к вам? Еще чего? У меня просто муж пропал. Да мне-то какой... Племянница ваша, я Маруся Петрова, Аня, вашей сестры, дочка, я... Отправив мужа на заработки в город, Маруся, которую все в деревне зовут Ангина, осталась ждать его дома. Вскоре от него приходит письмо, в котором он сообщает, что устроился на работу и скоро станет богатым. Ангина понимает, непутевый Васька, скорее всего, попал в серьезную переделку, а значит, надо срочно ехать его выручать. Я Ангина, премьера, смотрите сегодня в 9:00. Мамочка, хочу сказать... Я уезжаю. Что? Уезжаю в субботу на 2 недели. Отдохнуть. Кто это решил? Я. С какой стати? Каникулы. Я спрашиваю, с какой стати ты решаешь сама, без меня? Ну, давай решим вместе. В группу счастья обращается Лиза, у которой проблемы с дочерью. Психологи выясняют, что Юля стала членом какой-то организации в надежде помочь своему пьющему отцу. Ирина и Костя сближаются с девочкой, но вскоре все вместе оказываются за городом. Группа счастья. Смотрите сегодня в 12:00. В Спасском районе республики Руслан Шарафутдинов готовит вместе с главным врачом районной больницы. О целебных свойствах шурпы еще говорил Авиценна. Шурпа из баранины на костре получилась особенно вкусной. Напоминаю, главный секрет вкусной шурпы – бульон должен не сильно кипеть, а томиться. Именно так. Секреты татарской кухни сегодня в 14:00 на ТНВ. Во время учебного года у детей часто страдает спина. Длительное сидение за партами, необходимость носить тяжелый ранец с учебниками могут плохо повлиять на осанку. Чтобы избежать этого, надо тренировать мышцы спины. Перед тем, как приступить к тренировке спины, хорошенько разогреваем плечи, локти и кисти рук. Первое упражнение – подтягивание в гравитроне. Плечи опущены, подбородок смотрит вверх, руки полностью вытянуты. На выдохе подтяните себя, сгибая локти и немного прогнитесь в грудном отделе, будто тянетесь грудью вверх. В верхней точке задержитесь на секунду. Почувствуйте напряжение в мышцах спины. Второе упражнение – тяга горизонтального блока. Плечи опущены, спина ровная. На вдохе немного наклоняемся грудью вперед. На выдохе тянем рукоять к животу. Отклоняемся назад и сводим лопатки. Третье упражнение – тяга вертикального блока к груди. Стоя берем рукоять хватом шире плеч. При этом важно, чтобы руки были на одинаковом расстоянии от края рукояти. В ходе выполнения упражнения старайтесь не опускать подбородок, чтобы не ударить себя. Сгибаем локти через стороны и в нижние точки приводим их к корпусу, стараясь сократить таким образом широчайшие мышцы спины. Последнее упражнение – гиперэкстензия. На вдохе опускаем корпус вниз, в диагональ, и на выдохе прогибаемся в пояснице чуть выше параллели. Не поднимайте корпус слишком высоко. Первый подход выполните без веса, а в дальнейшем можно взять небольшое утяжеление, прижав его к груди. Занимайтесь вместе с нами и будьте в форме.
Во время учебного года не только мышцы спины подвергаются большой нагрузке у детей, а также и зрение. Как сохранить здоровье глаз на долгие годы? Известно, что черника, морковь, тыква, творог, шпинат и рыба – все эти продукты обладают веществами, полезными для наших глаз. Поэтому стоит регулярно включать их в свой рацион. А вот в чем еще секрет хорошего зрения, мы узнаем от профессионала из следующего сюжета. Доброе утро, друзья, с вами Гульнара Махмутова, значит, время делового завтрака. Сегодня мы в школе 181 и говорим о том, как сохранить ясность и остроту зрения. Гость программы – врач-офтальмолог, заведующий отделением ДРКБ Расческов Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич, доброе утро. Скажите, в чем главная причина тенденции ухудшения зрения у молодежи? Как вы думаете? Основная сейчас жизнь у нас идет общение с электронным носителем. И вот окружение нашей жизни вот этими электронными носителями и в частности приводит к ухудшению, массовому ухудшению зрения у детей, особенно у школьников. Но однозначно сказать, что гаджеты вредны, я не могу. И мы сегодня в гостях в школе 181, и старшеклассники, несмотря на каникулы, пришли, чтобы задать вам вопросы. Алексей Юрьевич, скажите, можно ли заранее начать тренировать зрение, чтобы в дальнейшем не столкнуться с близорукостью и дальнозоркостью? Использовать какие-то рекомендации из детства, как здоровое питание, гуляние на свежем воздухе, то зрение будет здоровое. То, что заложено внутри организма, оно все равно так или иначе проявится. Поэтому так ставить вопрос, наверное, немножко некорректно. То есть, если у тебя есть предрасположенность, все равно у тебя минус будет или плюс он будет. Но какие-то вещи, как то уменьшит количество времени, проводимое с гаджетами, уменьшит количество, вероятность того, что у тебя разовьется миопия, она уменьшится. Алексей Юрьевич, скажите, пожалуйста, как современные гаджеты влияют на наше зрение? Безусловно, гаджеты нам помогают. Но не надо полностью замещать живое общение этими гаджетами. Живое общение намного лучше действует на воспитание и на созревание интеллектуальных функций, функций мышления, чем постоянная работа с гаджетами. Особенно я бы хотел подчеркнуть, насколько гаджеты вредны в малом возрасте. Когда идет созревание интеллектуальных функций у детей, именно, скажем, двухлетнего, четырехлетнего возраста, часто видим, что мамы отдают им гаджет, чтобы ребенок не беспокоился, но времени уделить ребенку, чтобы с ним провести вместе какие-то минуты, хотя бы минут 20-30, у него нет на это времени. И вот это очень вредит психическому созреванию ребенка, а поскольку глаза – это тоже часть функции мозга, и анатомический глаз – это продолжение мозга, то, соответственно, все эти вещи, которые вредят психическому созреванию детей, они также сильно вредят и глазам. Если есть проблемы со зрением, то что лучше носить – линзы или очки? Что-то из них выделить я не могу. То есть надо смотреть по конкретной обстановке. И то, и другое при правильном обращении – это хорошая помощь человеку для его жизни, если у него есть отклонение в рефракции, если у него немножечко нужно подправить плюс или минус. Скажите, пожалуйста, есть ли специальные витамины для глаз? А вот, например, черника укрепляет сетчатку глаза. Это правда? В какой-то степени правда, да. Препараты черники значительно улучшают связи, восстановление пигментов в глазу. Просто так принимать их тоже не имеет никакого смысла, потому что здоровый организм эти препараты как бы и не будет принимать. Алексей Юрьевич, как заведующий отделением ДРКБ, вы снимаете пробы с блюд. И эти блюда тоже готовит департамент продовольствия. Как и наш сегодняшний завтрак. Вкусный и полезный. Предлагаю подкрепиться перед началом рабочего дня. Всем приятного аппетита! Наш деловой завтрак подошел к концу. Спасибо большое, Алексей Юрьевич, что уделили нам время. Желаем ребятам хорошего отдыха, а телезрителям хорошего дня. Ну а сейчас у нас афиша городских событий. Что интересного нас сегодня ждет в городе, узнаем прямо сейчас. Сегодня свое столетие отмечает поселок Юдино. Спортивные и интерактивные площадки, праздничная ярмарка и игры, выступления финалистов районного конкурса караоке «Голос нашей команды», «Голос нашего двора» и красочный салют ждут всех гостей праздника. Поздравить жителей района с вековым юбилеем приедут звезды российской эстрады Стас Костюшкин и Элвин Грей. Праздник начнется у ДК «Железнодорожников» уже в 11 часов дня.
хоккейный клуб «Акбарс» также устраивает праздник для своих фанатов в связи с началом нового сезона. Ледовая площадка «Татнефть-арены» превратится в огромный танцпол, а гостей праздника будут развлекать рэп-исполнитель МОД, ребята из группы «Пицца» и известный спортивный журналист Наталья Кларк. Программа начнется в 16:00. Фанаты смогут приобрести атрибутику любимой команды, сфотографироваться с Кубком Гагарина, принять участие в конкурсах и аукционах. Кульминацией вечера станет презентация обновленного состава команды. Вход свободный. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Легенда российского рока Константин Никольский выступит сегодня в Казани. Тексты его песен известны даже людям, незнакомым с его творчеством. Они лиричны, их смысл понятен и находят отклик в душе каждого слушателя. Здравствуйте, мы продолжаем, и сейчас продолжение гороскопа. Весы. Поспешность в решениях, рассеянность или попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам или финансовым потерям. А домашние хлопоты могут отнять много времени и сил, увы. Скорпионы, проявите собранность и осмотрительность. Низкий жизненный потенциал и неблагоприятное расположение планет не позволят вам проявить деловые способности или приведут к серьезной ошибке. Вот Стрелец, так. Не исключено, что сегодня вы попадете в немилость к руководству или к коллегам, и только находчивость и предусмотрительность помогут исправить ситуацию. Избегайте скоплений народа и темноты. Ничего себе! Вот это совет, как в 19 веке. Козероги, вы готовы для великих свершений. Сегодня появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни. Неожиданное известие принесет удачу. Вот это так хорошо, когда узнаешь известие хорошее, тем более. Сейчас узнаем, что Водолей гороскопа советует. Водолеи, потакание собственным слабостям или излишняя мнительность могут обидеть благожелательно настроенных к вам людей. Также возможно разногласия в семье. Рыбы. Ваше здоровье и коммуникабельность, личное обаяние будут на высоком уровне, что позволит с легкостью преодолеть любые препятствия. Отличный день для свиданий. Вот как. Наша программа на этом завершается, а вот что вы увидите завтра в нашей программе. Праздничный день начинается вместе с нашей программой. Вы узнаете, где пройдут праздничные гуляния, какие артисты выступят на разных площадках города, а также вас ждут встречи с интересными гостями. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Завтра вас ожидают праздничные эфиры. И вновь с вами будем мы, Рустем Каримулин. И Ассоль Мухамедьянова. Отличного вам солнечного дня и до встречи на ТНВ. Мы вас любим. Всем пока.